Влад знал, что сегодня сотый матч играешь, или все-таки там, ну, очередная еще игра? Не, я узнал об этом непосредственно перед игрой, мне сказали, поэтому, честно, я удивился, я думал, намного меньше. Вот, но я рад, что мы сегодня выиграли. Это намного важнее, чем сколько я матчей сыграл. Сегодня отдал еще голевую передачу. В общем, запомнится эта игра, майку или эту победу, кому, может быть, посвящаешь? Майку себе оставишь на память или как? Майку нет, я обещал талисману нашего клуба. Вот, я эту майку отдам ему. Вот, победу посвящаю всем болельщикам и всем родным, которые за меня болеют. Сегодня такая достаточно интенсивная, эмоциональная игра. В конце вообще чуть до драки дело не дошло. Что там происходило? Ну, а только так и добываются победы. Сейчас всем тяжело. Все теряют очки. Любая команда может обыграть любую. Поэтому важнейшие 3 очка. И это нам для эмоций очень хорошо, что мы сегодня выиграли. По трибунам сегодня, по-моему, сколько? Человек 15 практически было? Ну, 1015 или около того? Да, сегодня заметно чувствовалась поддержка болельщиков, нежели это было с Амкаром. Вот, поэтому совершенно другие эмоции. Вот, и, соответственно, и заслуженная победа.